Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алян». В этом ролике диалог с представителем так называемым онлайн-займом «Моментум деньги». И она тут демонстрирует свое якобы глубокое знание законов. Другое дело, один всеотменяющий аргумент. С чем вы, уважаемые друзья, пойдете в суд? Онлайн-займ, это я к вам обращаюсь. Какие документы вы предоставите судье? Скриншот страницы оплаты? Или у вас есть действительно договор, подписанный двумя сторонами о займе? Очень острый вопрос, о котором вы забываете подумать. Итак, давайте послушаем, насколько невесомы ее аргументы. Итак, поехали. Алло. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте, Эдуард Николаевич. Компания «Моменты. Деньги. Юридический отдел» по поводу вашего финансового долга. У нас оформили займ, вы скрываетесь, прячетесь, ничего не платите. 33 тысячи вы сейчас должны, ну, на основании законодательства Российской Федерации. Брали 11. Что? Брал 11, 33 должны в законодательстве. А вы уверены, что вы в России работаете? Может, вы в Камбодже в каком-нибудь или в Гватемале в каком-нибудь? 11 взял, 33 должен. На основании какого законодательства я такие деньги должен? 151 федеральный закон. Какой? 161. 161. 50151. То есть там 151 федеральный закон о микрофинансовой деятельности. Друзья, я попробую, позволю себе вклиниться. Итак, здесь она намекает, что вот с 11 тысяч 33 уже набежала, и это законно. Дальше в разговоре вы услышите, что она будет изо всех сил отстаивать свою правоту и в очередной раз ссылаться на 151 федеральный закон. Но мы, в свою очередь, понимаем, что в момент разговора она бы не дала нам возможности проанализировать, но сейчас мы с вами можем это сделать, и с удовольствием я сейчас же вам продемонстрирую, то, собственно говоря, чего бы у нее уши завернулись, и она бы не дала в таком вот очном разговоре об этом заявить. Итак, у нас с вами 151 федеральный закон в части статьи 12. Ну, в этой статье есть часть 9. И, значит, 12-я часть этого закона говорит об ограничениях деятельности микрофинансовой организации. И вот 9-я часть запрещает начислять заемщику, физическому лицу, проценты по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает 1 года, за исключением неустойки, штрафа, пени и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа. Ну, то есть, сразу давайте расшифруем. То есть, они имеют право, в принципе, в трехкратном размере начислить проценты. Да, 11 взял, 33 типа того должен. Но это же не просто так должно быть, да? Должны быть какие-то подтверждающие моменты. И вот здесь вот ключевой момент, о котором я в предисловии к этому ролику сообщил. Условия, содержащие данный запрет, должно быть указано микрофинансовой организации на первой странице договора потребительского займа. То есть, человек берет договор перед тем, как получить деньги, читает его, и первое, что ему должно броситься в глаза на первой странице этого договора, фраза, что возможно начисление процентов, но не более чем в трехкратном размере. Вот вы берете 11, максимум, что вы нам будете должны, это 33 тысячи. Да? И теперь развитие ситуации. Это онлайн-займ. Максимум, что человек видел, это описание у себя на страничке в компьютере. Никакого бумажного экземпляра он в руках, само собой, не держал. А уж тем более не мог его подписать. То, что они утверждают, что можно там какой-то воспользоваться галочкой, поставленной в специальном окошке, это полная глупость. А вот с этой галочкой, во всяком случае, они не смогут ничего доказать ни одному судье, как я уже говорил. Итак, разрушим все ее вот эти вот заявления в пух и прах и сообщим ей, если она нас слышит сейчас. Нет никакого договора займа, нет никаких отношений.
ничего наш заемщик не подписывал, а вследствие этого никаких денег не должен. Я уже молчу о процентах. А мы с вами слушаем дальше. Плюс приложение 230 федеральный закон о коллекторской деятельности, дополнение к нему. Там также говорится о сумме долга, которая умножается на циферку 3. Друзья, ну здесь я буду краток, что называется. Вообще 230 федеральный закон, по большому счету, это палочка-выручалочка для любого заемщика в любом статусе. И никакой поддержки он себе не несет для вот этих структур. Там наоборот, одни только ограничения. Там им везде ставятся шлагбаумы. А уж тем более бред бредовый, то, что она заявила, что это приложение. Да не может быть один федеральный закон приложением к другому. Это самостоятельные законодательные акты, совершенно отчетливо обозначающие те либо иные позиции между сторонами, между субъектами юридического права. Поэтому, если она думает, что она что-то там соображает, то она глубоко ошибается. Но 230 федеральный закон я вам категорически всем рекомендую себе сохранить, распечатать и при переговорах с взыскателями обязательно туда заглядывать. Это действительно та самая палочка-выручалочка. Там все, как говорится, выложено на чашу весов заемщика. Вот такая ситуация. Итак, слушаем дальше. В 2016 году было ограничение циферкой 4. Так, а в 2017 году для вас, для уважаемых должников, государство, законом апеллируете, то поправочку. Секундочку. Если вы законом если апеллируете, то не забудьте, что статус должника человеку присвоить может только судья. Не слышали об этом? А вы меня назвали должником. Об этом, да, вы являетесь нашим должником. Вы нам нет, я заемщиком вашим являюсь, пускай проблемным, но заемщиком, клиентом. Хорошо, значит, клиентом вы не являетесь, вы являетесь проблемным заемщиком. Пускай хорошо, так. Формулируем так. Это меня устраивает. Итак, 151-й закон, 151-й, да. Угу. Сейчас очень много разных статей по поводу этого закона. Ну, вы тем самым, наверное, подтверждаете. Потому что он очень длинный. Да-да-да, так вообще закон, действительно, свод законов Российской Федерации очень длинный. Вот действительно длинный-предлинный. Я говорю, что сам закон сложный для восприятия. Скажите мне, о какой статье? Да не, нормально, я воспринимать спокойно могу. Зато я с отдыха только что приехал, и у меня голова в порядке. А почему тогда не исполняете этот закон? Ну, потому что я 11-33 меня не устраивает. Итак, когда был долг у вас 15 тысяч, почему не заплатили? Потому что 11 брал. А почему тогда вы договор подписали 2 февраля 2017 года? Почему вот договор? Надеюсь, договор не может стоять выше закона. Так, вы мне сказали, что 151-ю... Нет, каждый договор стоит выше закона. Как? В каждом законе прописывается... Нет, еще раз повторите. Еще раз. Договором. Еще раз хочу, чтобы вы повторили. Еще раз говорю. Стоит ниже договора, давайте. Закон гласит о том, что вы, конкретно являясь гражданином Российской Федерации, обязаны исполнять обязательства по договору в срок и в порядке, предусмотренным этим договором. Вы обязаны. Понятно. Ну тогда давайте сочтем это за договор, когда вы сказали, что ваш договор стоит выше закона. Если ваша персона, когда вам нужны деньги, готова на все, и плевать хотела на договор, и плевать хотела на проценты, последствия, пожалуйста, как взрослый, здоровый мужчина, умейте на себя принимать. Я принимаю совершенно отчетливо. И в отличие от вас, готов аргументировать... В отличие от вас... Не перебивайте, пожалуйста. Вы же делаете официальный звонок. Перебивая меня, нарываетесь на грубость. Давайте договоримся. Если вы а будете... мне-то какая разница от вашей грубости? Я уже зафиксировала отказ от оплаты вашей я деньги. Слова не сказал это про оплату, про отказ, про согласие. А я что, с вами ничего. Буду договариваться? Зачем тогда вы звоните? Зачем вы тогда звоните? Выложите мне вашу информационную вот эту вот осведомленность.
на принудительное взыскание. Это первый вариант. Слушай сюда, мразь тупорылая. Ты знаешь, что ты позвонила человеку, и ты как минимум должна вести диалог. Да нет, Марина, уважайся, поганая. Мало ли, что ты мне сказала. То, что ты говоришь, на это надо наплевать и забыть. Вот понимаешь, вот собака брешет, и что? Что-то понятно. Она хотя бы может заткнуться, когда ей сказать «Сыс! Тихо!» А ты этого не можешь сделать. Ты сама себя слышишь? Вообще, что ты несешь? Блядина, а? Тварь ебаная, блядь. Слушай сюда внимательно. Я тебя слушал очень долго. Я очень долго тебя слушал. Я больше слушать тебе не хочу. Теперь слушай ты меня, творище. Бросайся трубку, бросайся. Я трубку бросать не буду, потому что ты... Бросайся. Зачем я буду это делать? Чтобы ты заработала? На каком основании вы сейчас мне хамите? У вас есть потому что ты по-другому не понимаешь. Не хотите платить? Прямо мне говорите, я плачу. Ты сказала, что тебе все равно. Зачем же ты на это обращаешь внимание? Все. Да, подавайте на меня в суд. Дальше тварь. Что? Вы аферист. Вы кто аферист? Я вижу, что вы аферист. Да тебе ущербной. Вас надо судить, правильно? Тебе ущербной можно признавать все что угодно, потому что ты не оцениваешь никакую информацию, какую тебе преподносит вообще жизнь, мир и ситуация. Понятно? Чё, всё, клади трубку, мразь. Какая ситуация? Никакая, для тебя уже никакая ситуация, понимаешь? Ты потому что деревянная по пояс. Вот и всё. Да потому что... Да что вы меня перебиваете? Ты же сказала, тебе всё равно. Ты сказала... Вы что переживаете так сильно? У вас сейчас... Я переживать вообще не намерен. Я видел вас на огромном анатомическом приборе. И посылаю вас в суд. Если вы с чем-то не согласны, дуйте в суд со своим 61-м федеральным законом и со своим договором, который стоит выше закона. В суд иди, да. Если ты считаешь, что я аферист, иди в суд. Дура ты. Да, это я тебе сказал. Иди в суд. И попробуй там что-нибудь доказать. И скажи судье, что ваш договор стоит выше закона. Скажи об этом судье. А еще я тебе скажу, что ты не Эдуарду позвони. Тебя сейчас протянули. Если сегодня выложено будешь в Ютубе на канале Кузнецова Дмитрия. Да ничего. Ты даже разговаривал не с тем человеком, кому позвонила. Это не Эдуард. Долг как был, так и остался. Нет у него долга. И у меня нет долга. У кого нет долга? Ни у кого нет долга, кроме тебя. Кроме тебя ни у кого нет долга. Я ж тебе ответил, ты что, действительно деревянная? Так, вы вот мне скажите, что с вами случится, если вы будете разговаривать нормально? Да я пытался с тобой разговаривать нормально, ты не слышишь нормального диалога. Я пытался с тобой действительно вести диалог. Вы правы считаете? Вы правы? Я прав, потому что по-другому нельзя. Я пытался аргументы выкладывать. Да на простом человеческом основании. Ставьте мне сюда. Аргументы. Аргументы. Ты готова слушать? На основании какого федерального закона вы не должны... Там здесь федеральный закон, есть вторая статья Конституции Российской Федерации. Слышала такое? Вторая, блядь. Вторая. Вторая статья. Да, Конституция Российской Федерации. В отличие от номера, я тебе готов про нее рассказать. Что честь и достоинство гражданина стоит на первом месте, и государство обязано. Честь и достоинство гражданина, блядь. Что это? Честь и достоинство? Да, да. И прежде чем вести диалог, ты должна подготовиться. Вы должны сейчас сидеть в тюрьме, правильно? Ты ебнутая, блядь, на всю голову. Понятно говорите тебе? Сейчас честь и достоинство. Достоинство гражданина стоит на первом месте. Да. Для этого приоритетно. Вас можно посадить в тюрьму сейчас. За что? За то, что я тебя тварью называю? За этот разговор. За то, что ты... Просто элементарно за этот разговор. Мне нужно премию миллион долларов дать. На основании ваших убеждений, правильно? За то, что такой, как тебе, говорят то, что есть на самом деле. Понимаешь? Это мой аргумент. Хорошо, это есть на вашем... Ты неужели не поняла, что это не Эдуард? Это не Эдуард с тобой разговаривает. Вот это сейчас... Маша. Какая еще Маша? У тебя что, блядь, там это? Да? Да нет, мне нужен трафик. Хороший, драйвовый трафик. На Ютубе. И вот когда мы... Давай с тобой вместе решим, как назовем...
Да нет, я просто это один, это самый крупный канал на Ютубе. Самый крупный антиколлекторский канал на Ютубе. Да. Дальше что? Вот в первые сутки как минимум 2000 человек, вот на сегодняшнее число. Вы продемонстрируете 2000 человек, что да, вы кто ты такая? Да, кто ты такая? Дальше продемонстрирую. Почитаешь отзывы, почитаешь отзывы, ты поймешь. Вы опозоритесь. Ах, да нет, что да нет. Произойдет дальше? Ничего не произойдет. Но этот ролик мне денег принесет. Этот ролик мне денег принесет. Да, причем здесь мужчина, женщина? Ты голос из трубки. Бездушный. По жизни ты тварь. Ну, аналогично и вы. Дальше что? Так ты же мне позвонила, ты напросилась. С тобой пытались нормально разговаривать. Ты не давала слова сказать. Как только тебе начали хамить, ты стала делать паузу. Понимаешь, это способ такой. Мы ноем, теперь мы плачем. И ты трубку обидно, даже положить не можешь, такая ты беспомощная. Да нет, потому что тебе не зачтет этот разговор. Тебе не зачтет этот разговор. Что фигурирует в вашем деле? Что будет? Что будет фигурировать? Истерика, истерика ваша, пускай фигурирует в материалах вашей хорошо, дела. Пускай фигурирует. Истерика чья-то там, ну, истерика в материале какого-то дела, которого нет, не будет ваша, никогда. Ваша, в суд вы никогда не пойдете с 11 тысячами. Предъявлять судье долг в 33 тысячи, имея 11, ни одно микрофинансовое учреждение не будет, потому что рискует быть оштрафованным. Понимаете, ваш договор, придурки, носит признаки кабальной сделки. Называете? Ты слышала, что такое кабальная сделка? Закон. Слышала? Закон мне называете? Какой тебе закон назвать? На эту сделку, вы настолько глупы, что пошли на эту сделку. Друзья, тут надо поспорить, кто вообще может быть глупее вот этой персоны. Она сейчас в контексте своей, вот это, своего заявления признала, что сделка была кабальная. Слышали, да, вы настолько глупы, что пошли на эту кабальную сделку. То есть мы вам заведомо предложили кабальную сделку. Но давайте разберемся все же. Для многих это может быть интересно. Что такое кабальная сделка? Давайте на простых человеческих, ну, не юридических жаргонах. И если из-за стечения тяжелых обстоятельств гражданину пришлось заключить договор на крайне невыгодных для себя условиях, по решению суда такую сделку можно признать недействительной. Также хочу вам сказать, что кроме того, кабальная сделка признается таковой, если совершена в результате обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения одной стороны с другой, например, доверенного лица, но в нашем случае этого нет. В соответствии со статьей 179 Гражданского кодекса Российской Федерации в суде придется доказывать два факта. Кабальные условия, например, неоправданные завышенные проценты по договору займа, как вариант, мы можем на это облокотиться, что называется. Ну и тяжелая ситуация, в которой находился пострадавший, о чем было известно другой стороне, но она все-таки этим воспользовалась в своих корыстных целях. А я заявляю со своей стороны, что в микрофинансовой организации идут люди уже, что называется, от безнадежности, действительно загнанные в долги и так далее и тому подобное, когда нечем платить, когда вообще не на что жить и так далее. И одним из основных признаков кабальной сделки состоит в том, что пострадавший знал, что условия для него невыгодны, но ему пришлось с ними согласиться, понимаете, вот то, что она говорит. Даже понимая, что условия невыгодны, но человек вынужден согласиться с ними, все равно этот договор можно, скажем так, оспорить в суде. Ну, еще раз повторю то, что было сказано. Ни одна микрофинансовая организация не пойдет в суд вот с таким заявлением. Если, конечно, понимает, что оппонент, заемщик защищается. Ну, это я сейчас четко акцент ставлю, чтобы вы не испытывали иллюзии, не сидели сложа руки. Только если клиент, оппонент защищается. Ну, допустим, к нашим клиентам микрофинансовые организации, онлайн-займы вообще теряют интерес очень быстро. Но об этом попозже чуть-чуть. Итак, продолжаем этот веселый разговор. Ну, во-первых, это не я. Ваш клиент, может быть, и не разбирался в тонкостях юриспруденции. А что ты опять заладила, блядь? Давай тебя послушаем. На каком основании 8 числа вы были в нашем офисе? Почему, раз вы такой крутой, вы туда пришли и стали просить дать вам денег? Что замолчали-то? Я слушал тебя. Для Ютуба, что вы молчите? Послушал я тебя, или ты привыкла, что, блядь, разговаривать параллель можно?
Отвечаю. Отвечать. Вот такая строго. Во-первых, это не я пришел, а человек по имени Эдуард. Блядь, да ты посмотри, и какая базарит. Вы присутствуете при подписании договора, который противоречит вашим жизненным принципам. На каком основании вы это сделали? Слушай, я пытаюсь ответить. И тишина. Да я потому что пытаюсь, ты меня перебиваешь, ты ебанутая совсем, блядь. Слушаю. Ну, во-первых, человек тебе к вам в офис пришел юридически неграмотный. Во-вторых, ситуация, которая сложилась в его жизни, заставила его это сделать. Вы как ростовщики ебаные. Блядь, опять она перебивает, а ты посмотри. Посочувствовать надо ему. Посочувствовать? Ему? Да мне похер, что ты будешь делать ему. Ты себе посочувствуй. Так вы сейчас мне расскажете, что он несчастный. Я не пытался, это ты бы, блядь, дослушала. Ты бы дослушала. И может быть не... Ты ебнутая, действительно. Да мне похер на него вообще, я его знать не знаю, в глаза не видел, блядь. Тогда по какой причине вы сейчас так сходите с ума? Потому что с ума ты... Ты решила, что кто-то сходит с ума. Потому что дело в том, что ты уже давным-давно сдурела, блядь. Понимаешь, сдурела. И по-другому воспринимать человеческий голос не можешь. Вы понимаете, что ты без разницы. Да что ты перебиваешь? Ну, блядь, ну что ты такая тупорылая, а? Я и пытаюсь говорить. А я хочу, тогда и перебиваю. Это мое дело. Да? Хочу и перебиваю, да? Ну, давай я тебя послушаю. Я тебе не доставлю такого удовольствия. Теперь я тебя буду слушать. Тогда клади трубку, мразь. Я вас слушаю. Мразь, блядь. Не хочу тебе ничего говорить, ты не даешь говорить, ты понимаешь? Да вы уже здесь говорите сколько минут, боже мой. По номеру разговаривать с ним, 16 минут, чушь несете. Значит, Эдуард, Николаевич, ощущение, что на правом себя тебе все близится, ты говоришь ему, как бы тебе нужно обсуждать. Все? Больше нечего сказать? И замолчал. Да, ну я просто не хочу, чтобы ты опять перебила меня. Что ты, выслушать готова меня, что ли, или что? Ну, а что вы мне будете говорить? Ну, ты узнай, как вам меня... Блядь, да ты посмотри, как ты заводишься, а? Ну, если ты хочешь узнать, что тебе будут говорить, дай собеседнику хотя бы попытку, чтобы он сказал. Что ты, сука, вот, блядь, тебе голос твой нравится, или что? Вы уже полностью... Я тебя заверяю, твой голос мерзкий. Черпали. Что еще? Да нет, я не хочу вообще даже представиться с тобой разговаривать. Да я очень много слов знаю. Вы сейчас начну говорить. Вы знаете, вы забудете, когда вам понадобятся деньги. Вы пойдете опять унижаться, подписываться договора. Да не надо, не нужно мне твоих денег. Понимаете, такой же, как Эдуард. Когда надо будет вам, вы придете опять просить. Когда на работу будете устраиваться, тоже будете ходить и просить, чтобы вас взяли. У меня организация большая, хорошая, я руководитель. И занимаюсь ютубом так, в разрешении. Теперь вы руководитель, давайте выпендривайтесь передо мной еще, давайте. Что? Тебе давать? Вы что хотите, чтобы я вам позавидовала, что ли? Да нет, ну ты начала говорить какой-то бред. Знаешь, вот только вот просто один только ютуб. Трубочку мне выделываете, зачем? Да нет, ты сказала, что я нищий, я хочу, чтобы тебе стрёмно было. Ты знаешь, что деятельность на ютубе приносит хорошие деньги. Не-не-не-не, я хочу, чтобы ты охуела. Вот и все. Вы видите? Кого вижу? Я в восторге была от вас, боже мой. Да я, блядь, тебе яйца откушу, если такая тварь будет от меня в восторге. А зачем вам это надо? А? Вот именно, зачем мне это надо? Я просто хочу, чтобы тебе стрёмно стало от того, где ты работаешь, что ты делаешь. И как можно на самом деле работать, находясь где угодно, в любом месте, да. И зарабатывать столько денег, сколько ты за месяц зарабатываешь за день. Как можно зарабатывать, действительно? Понимаешь? Боже, ну какой чушь вы несете, господи. Опять ты перед близнецом сидишь, да? У вас заболеваний нет никаких? Нет у меня никаких заболеваний. И не тебе вообще даже предполагать. Слушай, а ты не знаешь, почему из трубки воняет дерьмом? Не знаешь? Я не расслышала вообще это все. Да потому что, блядь, ты заткнись и слушай, а не базарь, блядь. Тогда ты начнешь это слышать. Что-то сможешь. Я спросил тебя, ты не знаешь, почему у меня из трубки на всю квартиру дерьмом воняет? Не знаешь? В перемешку с саньем. Я знаю. Я знаю. Потому что ты кусок дерьма,
обоссанный ко всему прочему. И открывай свой рот, и от тебя... Вы сильно напряглись, поэтому у вас там уже и запахи нехорошие пошли по квартире. Не стройки, конкретно исключительные стройки. Вы с вами, да, Эдуард? Да не Эдуард это. Ты, блядь, говорю, ты вообще еще и с мозгами... Да мне какая разница? Я звоню на телефон должника. Блядь, один ебет, другой дразнится. Вот какая разница. Звонишь ты на телефон. Он уже давно забил на вас. Включил ты адресацию на пранкеров. Понятно? А почему тогда вы-то так с ума сходите? Да потому что это прикольно, это драйв. Понимаешь, что этот ролик... Да? Чем больше драйва, тем больше просмотров, тем больше денег с ролика. И тем больше людей на канале будет, которые должны забить на вас и на ваши микрофинансовые организации. Поразительное время мы живем, да? Ты что, вообще философствовать собралась, что ли? Пытывать по телефону, разговаривая. Не поразительное, а прогрессивное. А ты живешь в железном каменном веке. Мне, чтобы, я не знаю, поехать на море и там на скутерах кататься, вот я понимаю, драйв. Слушай, ну ты угадала, я сейчас в Таиланде. Слышишь, что? Ты угадала, я в Таиланде сейчас. В Таиланде я нахожусь. Просто я не могу уже. Ну правильно, ты сядь и посри, блядь. Я надоеду вы мне уже. Клади трубку, да. По полной программе. Да, конечно. Давай, тварь, клади трубку быстрее.